44-летняя Анджелина Джоли, не поддалась всеобщей панике из-за коронавируса. Голливудская дива отправилась за покупками вместе с 11-летней дочерью Вивьен. Мама и дочь попали в объективы папарацци в Лос-Анджелесе. Пока пандемия лихорадит весь мир, экс-супруга Брэда Питта выглядела счастливой рядом с дочерью. Энджи предпочла образ в нюдовых оттенках. Бежевый тренчкот она дополнила белым многослойным платьем и нюдовыми балетками. Вивьен предпочла небесно-голубую гамму. Девочка помогала маме нести бумажные пакеты с продуктами до машины. Недавно Анджелина Джоли рассказала о перенесенном потрясении. Двух дочерей актрисы спешно прооперировали. После хирургического вмешательства звезда уже успела сводить дочь в кино. Ранее актриса с детьми побывала в цирке, для выхода она выбрала сексуальный наряд.